такое дружба. Дружба – это когда кто-то помогает, с кем-то играют. Другу нужно делиться игрушками. Это с кем-то дружат. Это когда человек хочет что-то делать вместе с другим. Или просто хочет то же самое делать, то что другой. Друг с другом ходит куда-то гулять и где-то бывают. С кем тебе больше всего нравится дружить и почему? Мне нравится дружить с Ваней, потому что он меня приглашает в гости, когда у него день рождения. С Илюхой и с Данилом Дорогиным. Мне с Илюхой нравится, потому что он каждый день приносит машинки, и мы с ним играем. С Даней, с Тёмой. Они мои друзья. Мы с ними рисуем, вылезаем, дорогу строим. Мне больше нравится дружить с Владиком. Мы играем в песочнице, стройку делаем, яму огромную закапываем. Расскажи о своей любимой игре. Бетономешалка. КамАЗ. Она у меня дома только на пульте управления, но она сломалась. Моя любимая игра – это прятки. Потому что там можно водить и прятаться. Моя игра – это машинки. Потому что можно куда-то поехать. Я багажник еще открываю. И двери. Моя любимая игра – это прятки. Потому что там, когда кто последний находит, кто лучше всех прятаться, там тот вода. И всегда меня последнего находят.